Всем привет! Вы на канале Повезушки с Танюшкой. И сегодня я хочу записать для вас видео и объявить победителя в совместном проекте 5 за 5, который проходил у нас в группе Повезушки с Танюшкой, а также здесь на канале YouTube. Но я немножко создам такую интригу, и для начала я покажу, какой же подарочек я подарю победителю. Начать я хочу с пряжи. Выбрала я набор вот такой пряжи из 5 моточков. Пряжа Alize Lana Gold 800. Многим известная, многим любимая. Я тоже люблю эту пряжу. Цвет пряжи 55. Здесь в 100 граммах 730 метров. И состав всем известный. 51% акрила и 49% шерсти. Такая беленькая, красивенькая пряжа. Далее 5 моточков вот такой пряжи. Пряжа Газал Baby Cotton. В 50 граммах 165 метров. Цвет 54-15 малиновый. По составу 60% хлопок и 40% акрил. Вот такой красивый, насыщенный цвет. Еще моточек пряжи вот такой носочный. Это Alize Superwash Artisan. По пряже в 100 граммах 420 метров, цвет 90-05, состав 75% шерсть и 25% акрил. Вот такая расцветочка. Думаю, выйдут замечательные носочки. Это что касается пряжи. Далее в подарочек будет идти счетчик рядов. Незаменимая штучка. Вот такая линеечка. Планер вязальщицы, где можно будет записывать вязальные процессики. Решила я вложить магнитик моего города Витебск. Конечно же, не могла я обойтись без вот такой штучки. Это рукодельная сумочка для вязальных процессов, которую я делала сама. Многие, кто давно на меня подписан и наблюдает за мной ВКонтакте, я показывала эту сумочку. Сумочка на подкладе. Здесь идет дополнительный кармашек внутри. Я думаю, победительнице будет приятно получить от меня такой подарочек. Ну и вкусненькие такие штучки. Это коробочка конфеток от Коммунарки, наш производитель. И коробочка чая. Итак, не буду долго томить. Назову победительницу. И победителем данного совместного проекта 5 за 5 становится участница под номером 6 Наталья Агропонова. Наташа, я тебя поздравляю. Этот подарочек отправится тебе в ближайшее время, поэтому жду от тебя твой адрес. Напиши мне ВКонтакте. Ну а всем участницам я говорю спасибо огромное за участие. Вы большие умнички, связали очень много красивых изделий, потрясающих. Финалисток я особо поздравляю, потому что у меня для вас есть также подарок. Я хочу подарить вам любой мастер-класс, который у меня есть, чтобы вы тоже стали победителем данного совместного проекта и не расстраивались, радовались вместе со мной за Наташу. В следующий раз, возможно, когда я буду проводить еще совместные проекты, победителем станете именно вы. Поэтому пишите мне также ВКонтакте, какой мастер-класс из имеющихся у меня вы хотите, я вам отправлю вот такой бонусный подарок. Надеюсь, вы будете также рады этому подарочку. Всем зрителям хочу сказать огромное спасибо, кто голосовал в предыдущем видео. По итогам также Наташа набрала большее количество голосов, поэтому поздравляем всем Наташу. В комментариях здесь под видео пишите свои поздравления Наташе. Я думаю, Наташе будет очень приятно почитать и ваши искренние пожелания. Ну а на этом все. Всем огромное спасибо.
Ставьте пальчики вверх, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, если вы не подписаны. Всем пока-пока и до новых встреч!